Познакомиться с историей страны и освоить русский язык помогут сотрудники Центра социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. Для всех приезжих из-за рубежа здесь проводят консультации по правовым, медицинским и социальным вопросам. Специалисты центра знают, с какими проблемами чаще всего сталкиваются иностранцы, поэтому заранее предупреждают обо всех тонкостях. Мы свою деятельность начали с августа 2023 года. В данное время мы с Центром адаптации работаем по нашим гражданам, плотно помогать нашим людям, чтобы адаптироваться здесь в Россию, по знанию русского языка, законы, традиции, чтобы люди, наши люди как бы тут не нарушили правила и адаптировались в Россию. Сотрудники стремятся привлечь в центр как можно больше специалистов из различных отраслей. Все для удобства иностранных граждан. В одном месте им рассказывают о медицинской помощи, об образовании детей, как не стать жертвами мошенников, как оформить необходимые документы и многое другое. Здесь также будут принимать сотрудники УВД, бесплатно оказывать консультации. Если мы сейчас говорим, многие женщины, которые беременны, им нужна женская консультация. Они представления не имеют, куда идти, они представления нет. Также будет Министерство здравоохранения здесь. Мы сейчас договорились, что будет выстроен график, люди будут понимать, и мы этот график составим, он будет у нас на месяц, и уже будет по графику, люди будут приходить, получать данные консультации. В планах у руководства центра расширяться. В ближайшем будущем помощь с адаптацией будут получать и в муниципальных образованиях Ульяновской области. Центр социально-культурной адаптации иностранных граждан работает абсолютно бесплатно в будние дни с 8 утра до 5 вечера. Он располагается в Ульяновске на улице Урицкого, 4/2. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.